Вот это, ребята, конь. Вот на такого вот мормыша здорово. Вот так. Круто. Так, ребят, смертельный проход. Леска 208. Маленький мормыш. Сейчас будем долавливать. Опа! Воткнула. Давит, 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 давит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хер его знает, леска 208. Но зато сразу клюнула. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ядрёна мать. Ты не справишься. Ты че на удочке открыл, я в прошлом году так не заставал бы. Тихо. Работаешь, как эта палка работает. Делай угол, чтобы так шесть. Жесть. Потом останешься допихивать. Жесть, жесть, жесть. Ладно, жесть, номер 100 грамм. Да, 100 грамм, ага. Я видел, как можно пора на колени брать, 100 граммов на бутылочке. Были холмистные удары, так ебал по нему. Так вот тебе сделал, чтобы он свет не видел. Саня, подхватывай лесочку. Ты подхватываешь, то тебе на шестиком работает. Рыбой ты что? Что там рыбы-то? Там рыбы-то нет у тебя, блядь. О, нет, тихо-тихо-тихо, пошел. Зацепилась, сука, зацепилась. Подлещик? Больше паники будет. Качай, 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 работай. Трави, трави. О, передит даже рыба-то, смотри, пузыри пустила. Спасибо. Ты его зря здесь скучал. Удачи держать потихоньку. Спокойно вытаскивай такую рыбу, что это фрикцина. Надо тебе мормыш. Есть у меня еще. Мелкий. Забирал что ли? Да. У тебя, блин. Ноль двенадцатая. Ноль двенадцатая. Есть. Клюнула. Оба, оба. Сашка, ах ты.
ушла. Опять потерпел поражение. Сейчас поставил мормыша на 12-ю леску. Значит, попытаюсь доловить, если здесь еще есть какая-то рыба. О, есть. Кто там упирается, бьется? Эх, сошла. Да что ты будешь делать, а? Сейчас по-любому клюнет большущий лещ. Или окунь на килограмм. Опаньки. Был. Был тычок. Кто это здесь? Опа, бляха, муха, ёперный театр, собака. Есть, есть. Упирается, упирается. Упирается. Кто там? Сорожка. Сорожка клюнула. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! На опускание, на опускание. Тут кто-то посерьезней. Подлещичек, наверное. Окунь. Вот это да. Вот это да. Ну отдай, 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 отдай. Отдай. Ух как. Слопал. Ух, красавец, позирует, клево. Об на опускание. Тянет, 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 тянет. Жесть, 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 жесть. Опа! Пойдет. Пойдет, 0,12 скрипит, кошмар как, жесть. Аккуратненько, аккуратненько тащим, 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 аккуратно, вот так, аккуратненько, заводим, заводим. Вот он! Вот он, красавчик! Вот это да! У-ху! Обалдеть! Вот это кайф, ребята! Мормыш маленький! Вот такой вот прям ништяк! Ништяк! Бах! Обалдеть! Самая лучшая рыбалка! Кайф! Сегодня много поклевок было просто на опускание, такое, знаете, плавное. На опускание, на плавное с покачиванием. Очень много рыбы крупной ушло, к сожалению. Мормыша заглатывает прям аж, как будто бы в последний раз. Ну, видимо, мы там немного пошумели на дне, поэтому надо, наверное. Оп, была поклевка, была задевка, немножко давнула.
Наверное, тибак. Мелочь. Мелочь. Зато видишь, как берет. Тут вообще аж прям палец засовывал он туда, чтобы подцепить. Опа. Есть рыбка. О, хорошо тянет. Сорожечка. Сорожечка. Хорошая сорожечка. Опа, 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 опа. Есть. Есть, ребят. Кто-то. Эх, убежала. Ну ладно. Опа, со дна взяла. Со дна взяла какая-то рыбка. Хорошая. Хорошая, хорошая, хорошая рыбка взяла. Тянет, тянет. Плотвичка, наверное. Да, у какая хорошая. Добрая. Ух! Обалдеть. Чуть ли не морская. Опа. Есть. Опять сорожка, наверное. Тянет хорошо. Да, сорожечка. О. Добрая. Опа. Вот он. Вот он, ребята. Гигант. Клюнул. Угу. Тянет, 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 тянет. Сошел собака. Эх. А как воткнул-то, а? Ну, ёлы-палы. Опа. Вот он. Что ты будешь делать, собака? Не забывайте периодически мормышечки свои осматривать. И крючки подправлять. Вот она, ребята. Вот она, рыбка клюнула хорошая. Вот она. Опа, опа. Потихонечку. Это, наверное, лещ. А может быть и окунь. Непонятно. Окунь. Окунь, ребята, вот он. Вот он. Вот он, ребята. Я, ребят, решил отпустить эту рыбку домой. Уплыл. О, хвостом помахал. Есть. Есть рыбка. Опа, опа, опа. Опа, 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 опа. Аккуратненько.
Аккуратненько, лесочка тонкая-тонкая. Аккуратно, это, наверное, лещ. Нет, ребят, это окунь. Это, ребят, добрый окунь. О, красавчик какой, а? Не зря пришли сюда снова. Ну вот и все, дорогие друзья, подошла к завершению моя сегодняшняя рыбалка. Должен сказать, то, что определенные выводы по поводу того, как рыбачить в достаточно сложных условиях, я для себя сделал. Можно утончаться, ставить леску 2.08, да, и небольшие мормышки, но это чревато тем, что у вас будут, во-первых, частые сходы, во-вторых, большая вероятность обрыва. Однако не стоит забывать и о том, что и 0.12 леска, которая вот у меня, помните, оторвала, тоже подвержена такому же событию. То есть, смотря какая рыба вам клюнет, так и будет. Поэтому более толстая леска позволит вам как-то поувереннее себя чувствовать. А более тонкая леска и более деликатная снасть вообще в целом позволит вам быстрее уйти от ноля. Поэтому вот решайте для себя сами, что вам ближе, что вам лучше. Значит, улов, сегодняшний улов я вам сейчас покажу. Вот это вот мой сегодняшний улов. Но это, конечно, не вся рыба, это только та, которую я взял. То есть, это более-менее крупные сорожки. Окунь на 400 грамм, окунь на 525 грамм, что для этой зимы для меня рекорд. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Почему? Потому что туда как бы я почаще выкладываю всякие разные материалы. То есть это фотографии, коротенькие видео и так далее. То есть, ну, практически каждый день. Далее подписывайтесь обязательно на группу ВКонтакте. Там можно пообсуждать что-нибудь, позадавать какие-нибудь вопросы. Или обязательно подписывайтесь на канал, нажмите там колокольчик у себя, чтобы сразу же быть в курсе того, какое видео вышло. Ну и, наверное, все. Солнышко уже практически село. Пора домой. Поэтому увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!